Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу поговорить с вами о Южной Корее. Для того, что у меня там живет моя доченька Анечка, и я ездила к ней в гости. И, конечно же, к моему зятю Димочке. Мои дорогие, я вас очень люблю. Так, я хочу сказать, что эта страна очень необычная. Я путешествовала по Европе, а в Азии я первый раз, и, конечно же, я была впечатлена. И в этом видео я покажу кусочки Сеула, что меня там поразило, чем я впечатлилась, что мне понравилось. Пожалуйста, посмотрите его. Возможно, вам тоже захочется посетить эту красивую, необычную страну. Ну вот, смотрите, пожалуйста. Здесь такой прудик с рыбками, с красными. Очень красиво. В дворце находится колокол 1395 года. И рядом современное здание высоченное. Вот такой есть магазин для каллиграфии. Смотрите, какая кисть здоровенная. Расписывать огромные полотнища. Там продаются полотнища. А здесь вот такие краски. Вот такие здесь магазинчики для художников. Здесь даже расписывают шелк, продается сам шелк. Очень красивые цвета. Такие длинные кисточки заостренные, чтобы тоненько разрисовывать. Такая вот посуда продается. Посуда для чаепития. Это ханбок, традиционная корейская одежда. Здесь находятся буддийские фонарики, продаются эти фонарики. Вот национальная одежда, вот Будда. Корейская одежда для женщин. Красивые цвета. Смотрите, какая с розовой юбкой. Прикольная. Смотрите, как горы красиво выглядят. Как город вписался в горы. Здесь современное, историческое, все вместе. Необычный этот Сеул. Горы в городе.